Ребят, всем привет! Пару месяцев назад, а если быть точнее, 18 сентября, запустился довольно-таки интересный проект, который называется Piggybank. И давайте я сейчас его покажу, расскажу. Ну, в общем, сами все увидите. На данный момент у проекта 2,5 миллиона пользователей. Цифра довольно приличная. Также в официальном телеграм-канале о нем информация тоже присутствует. Соответственно, это доверие к проекту повышает. Вот, я захожу периодически, ну, раз в 8 часов приблизительно, и у меня скопилось уже 7-8 миллионов монет. Возможно, кажется, это такая сумма довольно большая. Ну, поначалу да, но когда ты со временем уже прокачиваешь, то отнюдь. Что здесь мы делаем? Мы играем сейчас такая своеобразная тыковка. Обновление с Хэллоуина еще не отошло. Нам нужно ее забивать в корзину. То есть вот мы забиваем в корзину. Сейчас у меня 85 бросков есть. Промахнуться тоже можно. То есть, к примеру, если я вот попал в бок, кину, хоп, промахнулся. Дальше будет у нас x2, x3. И, конечно же, когда будет x2, корзина начнет немного перемещаться, а когда x3, вообще будет ездить и ездить. Но это ладно. Каждый бросок на данный момент сейчас у меня, один бросок приносит мне 43 475 вот этих монет, коинов. Но в действительности эта сумма не такая уж большая. Что здесь есть? Здесь есть задание, вкладка с заданиями, которые советую повыполнять, потому что они, в принципе, тоже довольно неплохо дают. Вот у меня что-то выполнено, что-то не выполнено. Также есть ежедневные награды. Ну, в принципе, как и везде. Следующая награда у меня будет за 7 дней подряд вхождения в игру. И здесь заработок составит, награда составит от 100 до 200 миллионов монет. Куда мы тратим эти самые монеты? Вообще, мы их тратим на улучшение. То есть мы улучшаем карточки. Здесь есть несколько вкладок с улучшениями оборудования, команда, маркетинг и особые. Вкладка особые. Здесь можно покупать себе карточки как за звезды, так и открываем спецпредложения и вот такие вот карточки за монеты. К примеру, 23,9 миллионов монет стоит вот такая вот карточка Свин Лунатик, и она добавляет плюс 803 к броску. То есть за одно попадание в корзину вы будете получать на 803 больше. Также они, соответственно, тоже прокачиваются. Давайте вот карточки с оборудованием посмотрим. Вот у меня вот есть 7,7 миллионов, тоже качнем. Следующая карточка у нас будет уже 14,1 миллион. То есть сами можете видеть, вот эта карточка у меня 19 уровня, 16 уровня и так дальше. Я их, то есть, прокачиваю. Помимо всего прочего, сверху, видите, у меня три вопросика. Если мы правильно прокачаем карточки, то есть надо угадать, сегодня прокачивать каких три карточки. То есть каждую из этих карточек, которые здесь загаданы, нужно прокачать один раз. Мы получим такой своеобразный бонус 10 миллионов. И каждый день это обновляется. Вот давайте в команду зайдем, что я тут могу еще прокачать, какие карточки могу прокачать, остальных не могу. Денежек у меня не хватает, соответственно, сейчас у меня вот даже, ну вот еще какую-то могу прокачать. Сейчас, к примеру, у меня 539 тысяч, и это ни на что не хватает. Есть команда, пока у меня в команде никого нет, поэтому ссылки под видео будут в описании. Переходите, если интересен проект, присоединяйтесь и сразу же попадаете ко мне в команду. В команде тоже есть свои преимущества, там и бусты различные, и плюсом команда участвует в каких-то там соревнованиях. Точно сказать не могу, потому что команды у меня пока нет, и об этом я ничего говорить не буду, но обязательно эта информация будет в моем телеграм-канале позже, когда я пойму, что с командой можно делать. Поэтому ссылка на телеграм-канал в описании под видео тоже есть, не забываем подписываться, так как там информация более такая обширная, распространенная и иногда другой тематики, но все же посвящена заработку в интернете. Также друзья, то есть это, соответственно, рефералы, приглашаем друзей. У меня сейчас 0 приглашенных, и тоже плюхи, бонусы получаем. Ну и давайте дальше еще покидаем вот этот вот мяч в корзину. Вот 2x, и у меня корзина начинает перемещаться. Сейчас будет 3x, и теперь корзина у меня движется. Что значит 3x? Это значит, что монеты, которые я получаю, забив гол в корзину, умножаются на 3. Когда будет airdrop? Вкладка с airdrop'ом есть, но когда будет сам airdrop, об этом еще ничего не известно. Поэтому я предлагаю зайти в
проект и вот так вот покидать мяч в корзину, позабивать. Если честно, я в него зашел не для того, чтобы даже получить какие-то коины. Хотя, да, будет неплохо. Мне просто нравятся подобные вот такие игры. Но тот факт, что проект довольно серьезный, тоже говорит о многом. Поэтому переходите, пробуйте. Донат здесь не нужен. Донат, в принципе, можно сделать. Донат по желанию. Тут вот есть магазин, можно и броски покупать. И, к примеру, вот эти вот мечи покупать. Все что угодно. Но это как бы не обязательно. И на то, какой будет аирдроп, пока об этом не говорится, что будет влиять, не будет влиять, но в этом случае, я думаю, пока влиять не будет. Обычно влияет какие-то там, сделайте транзакции, еще что-то такое, а вот это вот, типа, докупите каких-то лишних бросков, докупите лишние карточки. Конечно, соответственно, с этими карточками прокачка будет быстрее, но оно того не стоит, можно и так самостоятельно прокачиваться. Также вот в магазине есть различные ускорители, тоже все покупается за звезды, внутри игровой валюты никакой нету, только именно вот эти самые телеграммовские звезды. Ну а так, как я уже и говорил, проект мне нравится не из-за того даже, что здесь есть возможность поучаствовать в аирдропе и при листинге получить каких-то монет, а просто он сам симпатичный. Ну согласитесь, прикольно вот так вот тыкву хэллоуинскую закидывать в кольцо, она еще и скачет, и еще и не всегда попадает. Поэтому, друзья, благодарю всех за просмотр, с вами как обычно был Александр, всем до скорого, всем пока-пока.